Всем привет! Давайте посмотрим игру, которая называется... Что-то про кексики называется... Извращенная пекарня кексиков. Как-то так. Мы здесь будем в роли маленького мальчика, который будет прятаться от злобных гигантских кексов. Или... В общем, монстров сладостей. Как я уже написала в своем обзоре и немножко поиграла, что здесь не ты ешь сладости, а сладости едят тебя. Пытаются поймать и съесть. И говорят, что это клон ФНАФа, ну, я не знаю. Не знаю, насколько это клон. Мне эта игра досталась бесплатно. Разработчики ее раздавали бесплатно на релизе, вроде бы как. И я случайно узнала об этой раздаче, я забрала, я чуть-чуть поиграла. Я абсолютно не поняла, как в это играть. Но, может быть, вот на второй раз вместе с вами, со второй попытки я разберусь. Ну, у меня есть идеи, что делать, но... В общем, проверим, увидим. Начинаем новую игру. Если начнете... новую игру, весь прогресс будет сброшен. Хорошо. Вот здесь очень классная менюшка, такая коробка со всякими сладостями, пончиками, печеньками, вафельками. Так, ну давайте выберем, посмотрим, что здесь есть. Есть хардкор без чекпоинтов, есть нормал, рекомендуется. Я в него немножко играла. Есть эндлесс, я не знаю, что это, я не выбирала и вернуться. Давайте нормал, конечно, выберем. Музыка очень громкая, но я убавила ее как могла. Надеюсь, меня будет слышно. Сохранение новой игры. Игра автоматически сохраняется каждые 5 минут. Проживите, чтобы сохранить свой прогресс. Да, здесь так. За нами будут бегать монстры, и если мы продержимся, то мы выживем и сохранимся. 1994 год. Посреди ночной темноты человеческие дети... я не успела прочитать. Что-то там падают в темноту, или погружаются в темноту, или... В общем, наш пацан, главный герой, а может, это девчонка, я не знаю. Он пролез на фабрику, или на какую-то кафешку, где делают эти кексики. Я не знаю, что ему здесь надо, но, скорее всего, он хочет халявно нажраться кексиков, я так думаю. Так. Вот мы вылезаем из коробки, мы такой хитрый спрятались в коробку, и нас сюда вместе с остальными коробками занесли в хранилище. Так, на Е. Айви, пожалуйста, спаси меня. Посмотри мои заметки. Твой маленький бро Джордж. А, или мы девочка, которая ищет своего брата? Может быть. Я не знаю, я не успела прочитать завязку, она слишком быстро пропала, я ничего не нажимала. У нас есть фонарик. У него очень быстро садится заряд, но он бесконечный. То есть ему не нужны батарейки, мы его выключаем, и он подзаряжается обратно. Вот. Но, к сожалению, светит он не бесконечно, но батарейки ему не нужны. Всякие пироги, кексы, сладости здесь делают. Но пироги, если честно, ужасно выглядят, как будто бы... Здесь давным-давно никого не было, и они все покрылись плесенью и грязью. И, в общем, все сгнило, все выглядит просто отвратительно и совсем не аппетитно. Кукер младший. Повар. Привет, я повар младший. Давай приготовим что-нибудь вкусное. Загрузи сюда ингредиенты, и мы сможем начать. Обнаружьте ингредиенты и... В общем, всякие рецепты будете открывать. Здесь можно сделать пироги, 4 вида. Я не знаю, чем они отличаются. Ну, кроме внешнего вида. Внешне они отличаются. По своему действию я не знаю, чем они отличаются. Главный герой их есть не может. Вот что меня разочаровало. Мы делаем пирог только чтобы его кидать. Вот что эта штука делает, я тоже не поняла. Абсолютно. Ингредиенты, допустим... Ингредиенты я могу найти. Да, господи, у меня фонарик разрядился, я не заметила. Ингредиенты, вот они. Давайте возьмем... одну штучку. Ты нашел флеш-куб. В общем, кубик из мяса. Так, он что-то нам говорит. Нужно не забывать выключать фонарик. Он сам автоматически не выключается, так что
Чтобы он обратно подзарядился, нужно его выключить. Не забудь нажать на кнопку, а я часто забываю. Давайте сходим вот сюда. Здесь проход перекрыт какой-то, я не знаю, какой-то гадостью, желе или что это может быть. Нам нужно потаскать ингредиенты побольше, хотя бы штук 5, чтобы было. Вот, смотрите, я забыла выключить, и теперь он не может заряжаться. Ладно, ну здесь еще достаточно светло, в принципе. Не знаю, как будет на записи, но мне все видно. На самом деле, хотя в основном люди получали эту игру на раздаче бесплатно, но у нее в основном отрицательные отзывы, так как люди жалуются, что очень однообразная игра, очень однообразная беготня, монстры никакие, скучные, и что задалбывает постоянная беготня с ингредиентами и выпечка этих пирогов, чтобы вроде их надо кидать в монстра. Я их раньше кидала, знаете, куда? В общем, здесь сидят такие вот чувачки, явно голодные и готовы все пожирать без разбора. И я ради прикола закидывала им в пасть пироги. И они их с аппетитом сжирали. И я как бы думала, что так и надо, но оказывается, что так не надо. Нашли косточку. Надеюсь, она сахарная, а не настоящая. Собираем кости, кубики из мяса. Пока это не очень похоже на ингредиенты для десертов, если честно, ну ладно. Так, у меня какой-то прогресс по ачивке идет, ну я не знаю, это нужно очень долго бегать, чтобы получить эти ачивки. У меня, наверное, не хватит терпения на это. Ну еще одну штучку. Нет, еще одну, 5 не хватает. Очень нудная беготня, конечно, я понимаю. Так, все исследовали. Я не знаю, что это за монстры. Они на меня не реагируют. Они ничего со мной не делают. И я с ними тоже ничего не могу сделать. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, далеко мы не ушли, так как за нами начинает охотиться первый монстр. Монстр-кексик. Хотя больше он похож на торт. Больше он похож на торт. Тортоголовый, я его так называю. А кексик? Кексик мы еще, может быть, найдем. Кексики в этой игре очень милые. Айвия, это звезды, твой литл бро. Какие звезды? В общем, кексик я как-то здесь находила, и это было самое приятное, что я находила в этой игре. Если меня сейчас не сожрут, может быть, мы найдем еще раз этот кексик. Вот в прошлый раз он лежал здесь, теперь его здесь нет. И все ингредиенты тоже переместились с прошлого раза. Я помню, что они все лежали в других местах. Тут ничего полезного. Ай, здрасте! Давайте загрузим чекпоинт. Где я? Что у меня по ингредиентам? Классно, я всего 2 кости успела притащить сюда, прежде чем меня поймали. Ну, ё-моё. Вот это тоже минус, если честно. Мне бы тоже захотелось написать отрицательный обзор. Если бы я за это заплатила. Потому что очень нудно. Ты таскаешь эти ингредиенты, потом случайно тебя хватает монстр. А убежать от него очень сложно бывает. Он очень быстрый. И потом ты начинаешь все сначала этого все за... Задрачивать, я извиняюсь за выражение. Но благо, что я получила игру бесплатно, так что я жаловаться на нее не буду. Бежим! Ну вот, от него хрен убежишь. От него хрен убежишь. Он очень быстрый. Короче. Ладно, давайте посмотрим, что у нас с другой стороны. Ой, здесь ингредиенты какие-то. Давайте, может быть... Я хочу хоть один пирог испечь. Но этот уродец нам не дает. Где он?
Он может быть где угодно. Вон он там ходит. Я вижу. А тут у нас что? Там маленькие кексики. Маленький кексик по имени Свити. Кажется, он хочет помочь. Я видел, что один потерялся там, где другие ящики с детишками. Я не думаю, что другие монстры ему нравятся. Я ничего не поняла. Какой-то маленький кексик хочет помочь. Возможно, это тот, который... который я находила. А, скорее всего, мы теперь должны вернуться туда, где я видела кучу ящиков, и там этот кексик маленький появится. У меня до сейва еще 1,5 минуты. Я бы не хотела, чтобы меня сейчас поймали. Вон он ходит. Он сюда придет, не придет, я надеюсь, нет. Или мне показалось? Так, он туда пошел. Ладно, мы идем в другую сторону. Ну, говорят, здесь маленький кексик где-то должен быть, но я его не вижу. Возможно, потому что я его уже взяла в прошлом прохождении, поднялась. Сейчас я не знаю, где он. А, можно тут прятаться? Прикольно. Ладно, буду знать. Судя по звукам, монстр где-то рядом. Это я читала? А, не надо! Ну, я не успела добежать. Скотина. Ладно. Мы постараемся осмотреть все, что сможем. Я все-таки хочу найти маленький кексик или хотя бы... хотя бы постараться это сделать. Что у нас в морозилке? Тут все двери закрыты. Здесь опять это желе на входе. Здесь ингредиенты молоко. Здесь ничего интересного. Монстр где-то рядом. А, ну конечно, здрасте. Да нет смысла даже бежать. Очень бесит, конечно, его появление. Очень мешает и раздражает. Это надо постоянно ходить, стелсить, прятаться. Смотрите, вот он, вот он, вот он. Какая прелесть маленькая, вы только посмотрите. Я нашла маленький кексик. Вот только за этот кексик уже стоит поставить этой игре положительную оценку. Потому что это самое милое. Это самое милое, что я видела в этой игре и вообще, в принципе. В играх я давно ничего такого милого не видела. Кексик опять появится или нет? Ути моя прелесть, пойдем. Так, этот уродец где-то рядом. Давайте спрячемся. Я слышу то ли дыхание, то ли помехи, в общем, какие-то звуки. Я не знаю, что с ним делать, с этим кексом, но я знаю, что его можно... Здрасте. Я знаю, что его можно бросить в... ну, в эту машину для переработки ингредиентов. Хотя мне, конечно, жаль с ним так поступать, но я не знаю, что еще с ним делать. Для чего еще он может пригодиться? Вот, мы его сюда закидываем, и нам дают на выбор несколько пирогов, которые мы можем испечь. Давайте... давайте вот этот, наверное, с черепухой испечем. Хотя, на самом деле, он не слишком аппетитный, но давайте. И пока это все делается, я спрячусь. Хотя нет, не буду. Давайте подождем, посмотрим, как это происходит. Он загружает ингредиенты, говорит... подождите. А, вот ваша вкусняшка готова. Давайте выпечем что-то еще.
Нажмите левую кнопку мыши, чтобы бросить, но думайте мудро, куда бросать. Зачем? Раньше я бросала в тех монстров, но, скорее всего, это неправильно. Давайте... О, можно еще что-то нажать. Давайте вот этот выпечем. По порядку будем. Сначала с черепом, теперь пирог с изображением гроба, я не знаю это. Может, какие-то хэллоуинские пироги? Ну, вкуснее. На! Все, теперь бежим. Я не понимаю, я... Этим самым поступком я его просто замедляю, или, может быть, я его побеждаю. То есть... Вообще, я слышала, что здесь несколько боссов, которые будут с нами бегать, значит, как-то можно его победить. Вот. И даже этот повар-автомат нам говорит, хватит прятаться, начинай думать. То есть, надо что-то с ним делать. Но, кроме как кинуть в него пирог, я не знаю, что делать с ним. К тому же, если честно, мне жалко на него тратить пироги. Если честно, я думала, может, это для нашего героя. То есть, он будет их есть и может таким образом себе восполнять какие-то статусы. Может быть, там, скорость или здоровье, или еще что-то. А вот этот пирог мы пробовали. Еще есть такой пирог. Такой и так спокойно. И вот эти два, которых мы еще не пробовали. Точнее, их нельзя попробовать, в общем. Не пробовали готовить, точнее. Да. Не знаю, где монстр, но нам нужно дальше продолжать делать пироги. Не знаю, появится ли снова кексик. О, смотрите, здорово. Мы можем еще пару экспериментировать. Главное успеть до того, как монстр придет. Вот он. Давай. И бежим. Похоже, ему все еще мало. Может быть, в него нужно кинуть пироги всех видов, и тогда мы его победим таким образом. Я не знаю, но если честно, мне это уже поднадоело. Ладно, там минут на 20, на полчаса побегать, это еще бывает прикольно, но дальше-то что делать? Дальше-то все начинает раздражать очень сильно. Может, нам стоит отсидеться эти полторы минуты, пока сейф не пройдет, и тогда уже... Дальше может что-то делать. Или может еще что-то нужно делать с этими пирогами, потому что там на кухне еще есть какие-то штуки, с которыми я не взаимодействовала и не понимаю, как с ними взаимодействовать. Вот, по сути, ничего интересного не происходит. Еще целая минута осталась, и если мы хотим сохраниться, придется сидеть эту минуту и не высовываться. Иначе этот урод может нас поймать, пока мы таскаем ингредиенты или еще что-нибудь делаем. И вот это, конечно, совсем не интересно. Кстати, что он там? Что он там делает? Я могу из-за угла выглядывать? По-моему, нет, не могу. Спокойно, я не буду рисковать. 30 секунд осталось. Мне кажется, он где-то близко. Фонарик выключим. Давай быстрее, ну все, 13 секунд. 10, 9. О нет, у меня кофе закончилось, я... Ну, не в игре, а в реальности. Я хотела выпить кофе, а кофе закончился. Ладно, потом... А? В смысле нельзя сохранить? В смысле, игра? Знаешь, ты куда сейчас пойдешь у меня? А. Ну, вот, допустим, он ушел, хорошо. Когда он уйдет, можно будет сохранить? Он же далеко. Ну, сохраняйся. О, наконец-то.
Она еще не сохраняется, если монстр близко. В общем, вот это что? Я не понимаю, что это? Для чего это? Это какие-то весы? Тут что-то взвешивать? Или может... Что-то еще сюда нужно принести? Может, кексик надо было сюда притащить? Я не знаю. Чего нам еще не хватает? Нам еще много чего не хватает. Бежим. Сюда пойдет сейчас? Нет, не сюда. А может и сюда. А мы пойдем отсюда. Давайте этот пирог испечем. Я пока спрячу здесь. Я не помню, какой мне... Какой мы еще не делали? По-моему, этот мы делали, мы еще не делали фиолетовый, но я... Точно не знаю, какие для него ингредиенты нужны. Так, и где он? Давай, давай. На. Нет, ему еще мало. Возможно, потому что мы еще не все собрали, не все ингредиенты. Здесь что-то есть, и здесь что-то есть. Нет, кексик больше не появляется. Так, я спряталась. Он ушел. Ничего не вижу, все замыливается. Я не понимаю, где он. Хорошо. Делаем еще пирог и прячемся. Потому что он может на кухню прийти в этот момент. Все, последний пирог я в него кидаю. Если он не... В общем, если мы его не победим, я все, я все. Я наигралась. Какой-то шоколадный пирог, похоже. Ну, пусть он идет сюда. Пусть он сюда идет. Пусть этот идиот сюда идет, короче, где он? Меня уже запарил этот босс. И, вот, по-моему, этим пирогом мы в него еще не кидали. Если он сейчас сюда придет и получит пирогом и... Подожди, что с ним делать? Я не знаю, что с ним делать. Все, я не знаю. Я не знаю, я пыталась. У меня просто не хватает терпения. Может, пока он в оглушении, надо еще что-то с ним сделать. Может быть, отпинать его или чем-то еще кинуть, или... Не знаю, понятия не имею. Либо закидывать его дальше пирогами. Может, ему нужно 10 пирогов кинуть в него, чтобы он упал, или... Я не знаю, но это очень нудно, конечно. Все это проходить, так что... Если вы получили игру бесплатно, то это хорошо. Если вы хотите ее купить, то я не советую. Если только по очень большой скидке, так лично мне она показалась довольно скучной и нудной. Но все равно посмотреть было интересно, потому что каждый раз вы видите игру про ожившие злобные сладости. И к тому же здесь есть такой милый маленький кексик, и мы на него посмотрели, и... Это того стоило. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока-пока.